човен хвилями гойдає. Значит, вы сказали, что выступаете против смертной казни? Да, сэр. Почему? А вы нет? На самом деле я это приветствую. Я хотел бы вернуться к тем временам, когда вешали на лужайке перед зданием суда. Вы шутите? Нет, единственная проблема со смертной казнью заключается в том, что мы ее редко применяем. Вы рассказали об этом своему клиенту Карлину? Карли Хейли не заслуживает смертной казни. А те двое, которые изнасиловали его дочь, заслуживали. А как вы решаете, кто должен умереть, а кто нет? Просто рассматриваем преступления преступников. Ну, скажем, наркоделец убивает полицейского. Ты привязываешь его к креслу и включаешь ток. Знаете, почему-то я считала вас либералом. А я и есть либерал. Кем я никогда не буду, так это фанатичным радикалом из Союза борьбы за гражданские права. Я не верю во всепрощение и исправление. Я верю в безопасность. И я верю в правосудие. Ясно. Можно вас спросить, вы когда-нибудь присутствовали при казни? Не припоминаю. Тогда я предлагаю вам сходить и посмотреть на это. Посмотреть, как он умирает, как умоляет, корчится, как жизнь покидает его. Как он писает и какает в штаны, пока не скончается. И знаете что? Потом он не сидит, чушь про правосудие. Рорк, увольте меня от всей этой ерунды про то, что мы самые просвещенные во всем Северном полушарии. Простите, вы просвещенные, и поэтому привели меня в эту столовку для черных, чтобы убедить меня, что вы тот самый белый из разряда Джон Кеннеди встречается с Иисусом Христом, да? Или, может быть, потому что вы обыкновенный, закомплексованный, лицемерный южанин-провинциал, который не хочет, чтобы его увидели в городе с такой женщиной, как я? Да, сэр, вы точно просвещенный. Знаете что, мне очень жаль. Я ошиблась, я приняла вас за хорошего человека. Благодарю, что уделили мне время. Ладно, я немного погорячилась. Я не хочу, чтобы присяжные увидели фотографии убитых насильников. Как устроить, чтобы они не попали в суд? И очень важно, чтобы я затронул вопрос об изнасиловании. Я хочу, чтобы присяжные ознакомились с этим во всех подробностях. Мне не по душе ваша политика, но у вас есть страсть. А Карлу Ли это сейчас крайне необходимо. Может быть, и мне. Вы все запомнили? Я записываю.